Давайте за красный. Походим на красный. Сейчас лопаты забоем. Ну, включите. Ну, включу, могу дышать. Здесь уголки расписывают. Стоп тоже вот этот. Смена приносит. Пауза, вот и рэк. Постоишь со мной? Постою. Ладно. Это я не разбираюсь в всех делах. Замечание, но все куда закрутки, спасибо, Владимир. Красный лучше, да? Проигрываем. Замечание. Ну, тебе какой лучше? Мне кажется, что... Внимание! На наших соревнованиях присутствует полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Полтавчик Георгий Сергеевич. Вот, вот это вот хорошо, Максим. Замечание борцов. Синие куртки за пассивную борьбу. Предупреждение борцу красной куртки. Один балл борцу синей куртки. Восконян 2-1 поиграл. Здесь накажи. Помнишь с океаном? Брось в ножке. Я говорю, я могу его путать, но по-моему... Но он не козел. А коленочку правую туда пробей, под него. По-моему, то он, но я точно не знаю. Отцов надо держать, не на болевое, но держать. Ноги А Грачев, ну, кубуху, ну, на первенстве России победил годовый фонд. Макс, он уже стёрт, стоишь, берёшь, писишь на базаре. Его побочи не фон, чистейший фон, подали базаре, а потом кинул на базаре, просто фон построил. Мало борцов сидит. Проигрывает красный. 2-0. Порта не вообще боится идти. Не, нельзя это делать. Нет, почему? Ну, не будет счет 7-5.
нельзя будет проигрывать. Вообще нельзя. Тебе? Это буквально. Тебе? Накрыть отсюда. Не говорю, что надо, если я не проиграю. Относительно меня или тебя? А? Относительно меня? Нет, вообще. Я тоже так считаю. Себя. Хотя я еще не видел своего деда, но... Попробуй. Не знаю, на красный, на красный. Ну, не всеми, они не всем стрелы. Не всеми, они...